Главный архитектор Лужковской Москвы Александр Кузьмин скончался минувшей ночью после продолжительной болезни. Ему было 68 лет. В юности будущий главный архитектор мечтал о другом. Хотел стать художником-иллюстратором. Но по окончании школы выбрал мархи. Пост главного архитектора столицы Кузьмин занимал 16 лет, с 96 по 2012. По его проектам и идеям построено большинство знаковых для Москвы объектов. Ну, например, МКАД и Третье транспортное кольцо. Можно стоять у истоков строительства первых московских небоскребов комплекса «Москва-Сити». Кузьмин привлекался для восстановления исторических объектов, в частности, манежа после пожара и исторического парка Царицына.